Давай, на ночі. До покращення. Сегодня мы здесь соберемся, первым у нас будет блок журналистов, дальше будем говорить о том, что было в этом году, и задавать свои вопросы. Мой коллега Сакен Аймурзаев будет партнером по эфиру, будет вести какие-то другие блоки, будем по очереди это делать. Да, мы решили в этот раз немножко поиграть. Шестая в эфире, седьмая, возьми их двоих. Принципиальное условие наших марафонов было отсутствие политики, что, в общем, дает некую свободу для игры. В этот раз игра, как вы видите, материализована. У нас на столе лежат вопросы, написаны темы этих вопросов. 26 вопросов, которые связаны с событиями последнего года. Эти вопросы не всегда прямолинейные, не всегда предсказуемые, иногда даже не совсем совпадают с названием этих вопросов. Но, тем не менее, мы будем их выбирать случайно, как вы видите. А Юла, вместо Юлы у нас вращается стол.